В США не прекращается снегопад. Число жертв аномальной погоды возросло до 10. Ранее сообщалось о 8 погибших. Еще двое умерли от переохлаждения. В штате Нью-Йорк в последние дни выпало до 2 метров снега. Снежная буря уже вызвала транспортный коллапс в регионе. На магистралях образовались огромнейшие пробки. Сотни людей стояли в них около суток. И прогнозы синоптиков неутешительны. Снежный шторм продолжится и сегодня.